И всем салютик, ребятки, вы на канале Кексович, и с вами Руди. У нас вышли новые бесплатные вещи, которые мы можем получить в наш Roblox инвентарь. И это вот такие стильные очки, а также вот такая футболка 3D. После небольшой рекламы продолжим. Возвращение легендарных методов Log Pass и премиум на сайт robuxpeer.io. Больше не нужно ждать 5 дней, ведь благодаря методу Log Pass робоксы приходят на ваш аккаунт практически моментально. Покупка премиум статуса доступна жителям всех стран и намного дешевле, чем где-либо. Переходите на сайт пристани робоксов по моей ссылке в закрепленном комментарии. Делайте самые выгодные покупки новыми методами только там. Что ж, друзья, заходим с вами вот в этот новый ивентик. Ссылку на название оставлю в комментариях. Чтобы получить очки, нам нужно идти вот на этот корабль, посмотрите. Там у нас идет отчет времени. Мы сейчас зайдем с вами в мини-игру. И нам нужно выиграть с вами в этой мини-игре, чтобы получить очки. Встаем сюда и ждем, когда начнется новый раунд, чтобы нас перенесли в игру. Ну что же, время подходит, наш кораблик уплывает, и сейчас начнется мини-игра. В этой игре есть искатели и бежавшие. Искатели должны догонять бегущих, то есть бежавших. Я, смотрите, мне написано Seeker, это значит я искатель, а Runners это которые убегают. И смотрите, кем вы будете. Если вы, как и я, сикер, то вы должны догнать всех своих врагов и заморозить их. А если вы убегающий, то вы должны продержаться все это время. Посмотрите наверху таймер. Вы должны продержаться, чтобы вас не заморозили. И тогда вы, ваша команда выиграет. Ну и чья команда выигрывает, ей получают очки. А как же замораживать, спросите вы? Да, вот просто я дотронулась до этого мальчика, и вот он возле него лед встал. Значит, он заморозился. Если так не получится, то попробуйте на него нажать. И моя команда, искатели, заморозили всех людей на этой карте. И смотрите, мне дали очки. Мы все победили. Родители получили очки, свой инвентарь. А теперь давайте получим футболку. Чтобы ее получить, нам нужно собрать 7 букв, чтобы собрать слово. Буквы искать очень просто, вы их быстро найдете. Вот первая буковка у корабля, смотрите, подходите и нажимаете на И. И дальше сейчас покажу, где остальные буквы. Будет находиться в той самой мини-игре, где мы с вами получали очки. Сейчас мы туда зайдем и заберем последнюю буковку. Так, мини-игра началась. И посмотрите, я иду вот сюда, где песочек. Здесь песочная башня. И прям внутри у нас буковка Т. Мы ее забираем. И смотрите, нам дают футболочку в наш инвентарь. Вот эти две вещи в моем инвентаре. Очки, конечно, очень классные, так что обязательно получайте. Но вот почему-то футболочку, ребят, я не смогла надеть. Хотя она, вы видели, в моем инвентаре появилась. Может быть, это пофиксит. Может быть, я не знаю, что это я делаю не так. Не знаю. Но смотрите, друзья, лайкосик и подписка, кто еще не подписан на мой канал с колокольчиком. С вами была ваша Руди, канал Кексович. Всем пока-пока!